Сергей Никитович вместе со своей женой Надеждой обратился за помощью к адвокату. На дне бесплатной юридической помощи, организованном окружной общественной палатой, он задал волнующий их вопрос. Помощь хорошая, раз. Польза от этого есть, два. Мы получили очень много полезных сведений и с точки зрения для дела, и с точки зрения для общего своего развития. Внимание супружеской пары пало на работу управляющей организации и ее грамотного взаимодействия с жителями. На встрече с жителями в фойе Одинцовского волейбольного центра специалисты рассказали о правах и обязанностях, помогли защитить интересы граждан и ответили на волнующие вопросы. По поводу пенсионных начислений, по поводу скидок на проезд в общественном транспорте, жалоба по работе управляющей компании, и вот жители пришли проконсультироваться, хотят уже обращаться в судебные инстанции. В этот день правовую помощь получили 12 граждан. Подобные акции проходят ежемесячно. Для удобства жителей их проводят по субботам в разных населенных пунктах округа. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцово».